Пантеда, смотри. Всем привет. Привет. Меня зовут Андрей, моя супруга Ирина и наш сын Артём. И мы приветствуем вас на канале «Как попробуй на вкус». У нас сегодня очень легкий и вкусный супчик, который называется ривель суп. Правильно? Да. Ой, Артёмка сразу хочет пробовать на вкус горячий дуй. Попробуем его приготовить. Чтобы приготовить ривель суп, нам понадобится куриный бульон, он у нас уже закипает, две картошки, мы их нарезали на мелкие кубики, и наши ривели. Ривели — это небольшие кружочки из пресного теста. Для их приготовления понадобится одно яйцо и мука. Разбиваем наше яйцо. Немного посолим. И вот так смело руками разбиваем. Добавляем муки. Муки необходимо добавить очень много. Тесто получается такое плотное. И чтобы было легче такие наши ривели делать, поэтому нам нужно много муки. Замешиваем хорошо. Совсем забыла. Бульон закипел. Сразу же отправляем нашу картошку нарезанную. Упс. Но ничего страшного, если у вас останется мука, так даже удобнее замешивать. Вот так смело, прям в муке, вмешивайте тесто. Оно вот такими хлопьями собирается. Тесто прям должно быть тугое. У вас ривели возьмут столько, сколько им надо. Вот, сейчас мы их такие небольшие колбаски делаем. И отщипываем небольшими кусочками. Вот такими. Еще меньше. И отщипываем вот такими небольшими кусочками. И бросаем обратно. И перемешиваем с мукой, чтобы они не соединялись с предыдущим тестом. Вы можете вот всю основу взять, вот, сделать на такие 3-4 колбаски. И дальше отщипываем. Ривель суп, конечно, это некоторая вариация нудлей. То, что они не лапшой раскатанные и разрезанные на тонкие полоски, а вот такими шариками. Вот так подготовили основную нашу массу, но это еще не готовые ривели. Вот такой небольшой кусочек берем и вот так, как бы отщипывая, закручивая, пританцовывая, приплясывая, да, и постоянно перемешиваем. Опять берем большой кусочек и опять его на такие мелкие, так сказать, жемчужинки расщепляем. Если вот как у меня здесь прилипает, значит, надо его еще в муке перекрутить и потом, да, эти вот хорошо отлипает. Мама всегда говорит, что ривели должны в чашке наши пританцовывать. Так, закручиваем их и в танец отправляем. Чтобы получились такие красивые у нас наши ривели. Картошка наша уже разварилась. Сейчас будем отправлять наши ривели. Берем вот так в руку небольшую горсть и освобождаем их от муки. И вот такими небольшими партиями отправляем в наш суп. Опять берем. И отправляем в суп. Все ривели всплывают. Минутку-две еще на большом огне мы варим
И наш супчик готов. Вот так все рыбели добавляем. После закипания, когда все рыбели всплывут, 5 минут мы их поварим и будем пробовать на вкус. Да, Артём? Рыбель супчик такой. Красивый. Вкусный? Ты же еще не пробовала. Пробуй, хорошо. Вот такой вкусный суп у нас получился. Артём ест его в 2 ложки. Мне не дает. Вот. Суп получился очень быстро у нас. Мы готовили его около получаса. Ну, потому что у нас был уже готовый курятинный бульон. Вот, да. Ну и Артёму нравится. Мне тоже нравится. Илья еще не пробовала. Вот. Но если вам понравилось наше видео, обязательно подписывайтесь на наш канал. Да, ставьте лайки, комментируйте. И очень будем рады вместе с вами приготовить. Да, если вы приготовите рыбий суп вместе с нами. До новых встреч! Пока-пока! Пока! Чё, Артёмка, не оторвёшься? Пока-пока! Пока!